Nyan pan gachar tigiti nyobati nyan tiki gulneni jong tirim garipu С 1974 года нас поселок Айотын, самый в республике, можно сказать, крупный селение, приселение Эвенов и Нигирки, и всему, наверное, республики Саха. И там большой, самым была большая школа, больница, магазины. Телеграфная, телеграф, почта, и молодежь и тянулась только на хорошие. Они учились в высших учебных заведениях, учились в Ленинграде, Москве, закончили несколько университетов и стали учеными. И после этого, с 1974 года, уже не стало ни одного молодежи, стали уже плохо учиться. Поэтому... Ну, потому что все переехали в более крупный поселок Чекурда, да? Да. Не смогли приспособиться, наверное. Только половину селения они увезли, переселили в поселок Оленегорский. И некоторые уже до 80-го года жили в участках, по участкам, и переселились, вынужденно переселились в районном центре. Но в районном центре тоже нет у некоторых жилье до сих пор. Оленеводы без квартир. И молодежь до 90-го года вообще нигде не работала. Из-за этого и мы вынужденно пошли на это, чтобы обеспечить своих молодежь, детей работой и также образованием. Владимир Николаевич, сколько человек в вашей общине? В нашем общине сейчас около 100 человек работают. Первый раз мы были 16 человек, когда поступили, открыли общину. Из-за этого года мы сейчас только большинство глав семьи работает, а женщина работает в других местах. Поэтому только мужчина работает, рыбака. Рабочих мест нет для женщин, да? Мы хотим построить свой родной поселок. Хотим вернуться на свою родную территорию, но до сих пор не можем построить. Давно забытое, утерянное слово лежит сиротливо среди могучего простора тундры. Айоту, давно забытая песня и быль, как люди обошлись жестоко с ним. Айоту, родина детства, юности и забытых мелодий, природа не простит людской обман. Айоту, жемчужина древнего народа, древнего обряда, хранительница тайн иллюзий.
надежда и тревога. В ушах звенит природы плач, негодование. В ушах звенит природы плач. Йотинская земля действительно дала очень талантливых людей. Первый, могу сказать, мелодист, поэт Дмитрий Егорович Едукин, ушедший из жизни. Ну, можно сказать еще талантливая певица, это Евдокия Силина, очень талантливая певица. Есть очень талантливый, значит, мелодист, поэт. Один из них, можно сказать, главу вот нашей Ойотинской общины Владимир Николаевич Слепцов. Он является лауреатом района Республики Саха и лауреат российской фестивалей. Ну, есть, значит, и другие певцы, певцы-исполнители, есть, значит, танцоры. Ну, можно сказать, у нас на сегодня имеется 8 седеситов, которые в совершенстве знают и исполняют лучше всех в нашем районе, вот, танец седе. Ну, еще можно говорить о Йотинской, значит, талантливости, можно говорить очень много. Ну, еще можно сказать, самое главное, они не только, значит, поют и пляшут, но и, значит, и рисуют, и, значит, вырезают, значит, мамонта и бивни и так далее. Вот у нас здесь примерно, вот недалеко оттуда есть Осининово, там живет 70-летний Дмитрий Васильевич Слепцов. Он, значит, и он нигде, у него всего один класс образования, рисует не хуже любого, значит, художника. Ну, правда, Репину, значит, Леонардо Винчи, Рембрандту, ну, значит, ему не состязаться, но рисует неплохо. Но одним словом, это ойотинский народ, очень талантливый народ. На этой земле родился мой отец. Поэтому я